Классная птичка пролетела. Тень от птиц на Луне. Да, удачно получился первый кадр. Так, значит, у нас сегодня 21.11 по Киеву в Харькове. 26 марта 2021 год. Небо опять расчистилось. Второй раз МКС нам снять не получилось. Погодка капризничает. Облака то приходят, то уходят. Но жаловаться не буду. Nikon Coolpix 5000 ISO 125, выдержка 1:200. К 200. Луна практически в зените. И, в общем-то, не жаль, что я тут проторчал под облаками с часок. И ветер ушел. Значит, 125 ISO, а диафрагма 8, но при таких увеличениях меньше не получится. При всем желании. Ай, моя ты лопатулечка. О. Тихо, браги. Тихой сапой. А где наш овальный? Да, кто-то говорил, что лучи расходятся. Да, это выброс грунта. А вот он, овальный, внизу кадра влезает. По-моему, это просто два сдвоенный кратер. Один и второй он производит впечатление овального. Да, жаль. Ну, как бы там ни было... У Луны тоже гравитация не маленькая. Вполне. А, и потом. Это же не обязательно гравитация Луны разгоняет астероиды до скоростей, с которыми они врезаются в поверхность нашего спутника. Вполне возможно это разведать, даже более вероятно, что мы видим ту часть Луны, которая встречается с астероидами, разогнанными не Луной, а Землей, которые проскочили Землю и как бы под дых врезали. Ой, какая зараза красота нашей замечательной спутницы. Ой, как хорошо, что я не пошел домой. Чудно. В окуляр это просто... По-моему, сейчас так. И не в окуляр смотрится хорошо. Я даже на экранчике вижу, это вполне пристойно. Бедненькая ты моя маленькая, как же тебя покоцало.
Ну, это вот, допустим, кратер, который прямо сейчас перед глазами крупнейший. Он, наверное, километров 200 в диаметре. Это можно себе представить, какая глыба лупанула, с какой скоростью. Ой, хорошо на линии терминатора, тоже так рельефно все выглядит. О, мой любимый Аристарх. И только сейчас я вижу, что рядом с ним какие-то складки грунта. А вот опять же на линии терминатора, как классно выглядит кратер, рельефный. Мы пошли к Платону. Вот Платон. Вверху экрана идеально круглый. Он 100 километров в диаметре. А опять же на линии терминатора, на краю Луны, на краю Земли, на краю Луны. Кратер, из которого в пиптык эпицентра выглядывает освещенный. По-моему, это просто чудесно, что можно вот так через фотоаппарат. Да, это фотоаппарат Nikon Coolpix 5125 крат. Оптического увеличения сейчас, ну, в общем-то, сейчас это максимальное. Ой, видно вон в правом верхнем углу от кратера, как расходятся белые полосы выброса грунта лунного. Как он называется, интересно, селенит. И 4 крата увеличения цифрового. То есть это уже просто компьютерное увеличение масштабирования информации, полученной на матрицу. Ладно, так у нас, в общем-то, при таких погодах вполне шанс завтра посмотреть.